По всей стране проходят флешмобы и акции в поддержку специальной военной операции и референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На центральной площади поселка Медногорский прошел митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции на Украине. Подробности у Али Баташева. Мы знаем всех героев поименно. Кто с верой в добро и правду громит нацистов в Украине, освобождая путь к свободе, миру, счастью. Огромное желание поддержать наших ребят, участвующих в специальной военной операции, собрало вместе жителей поселка, представителей муниципалитета, учебных заведений, членов общественных организаций. Сейчас военнослужащие из Урупского района, встав плечом к плечу, продолжают дело своих отцов и дедов. Искореняют нацистскую угрозу, говорили выступающие. Сегодня наша российская армия делает большую работу по ликвидации националистических группировок и уничтожению фашизма на Украине. Наши парни мужественно и отважно сражаются практически со всем западным миром, который уже не скрывает цели уничтожить Россию. Сегодня, как никогда, мы единое целое. Мы вместе, армия и народ. Мы едины. Невозможно отделить армию от народа, а народ от ее армии. Елена Глинская выразила свое отношение к специальной военной операции на Украине. Я вообще малая родина Беларуси, родом из Белоруссии. Но уже я основную часть жизни я прожила в России. И я хочу сказать, что и Россия, и вот я общаюсь с родственниками из Белоруссии, все поддерживают вот эту операцию, потому что дальше так жить было невозможно. Завершилось мероприятие концертом, в котором участвовали исполнители и творческие коллективы Урупского района. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район.